Спасибо, Мария. Итак, главная сцена начинает основную концертную программу. И, вы знаете, это всегда... Это хорошая примета, когда концертная программа начинается с больших друзей фестиваля. Я на сцену приглашаю Жанну Селезенева и Бориса Бельского. Встречайте. Теперь его сразу нашел. Хочется поприветствовать всех присутствующих стихотворением Олега Чухонцева. Когда верблюд пролез в игольное ушко, перебродил прогресс, и зло в добро ушло, и разомкнулся круг истории земли. И свет из первых рук явил дела свои. Был бесконечен день, повернутый к теплу, и влажная сирень стучала по стеклу. Был бесконечен час, пронзительный, как стих, и что-то зрело в нас, что выше нас самих. Неслышимый на звук, невидимый для глаз, родил единый дух, преображавший нас. И тонкий-тонкий звук терялся вдалеке, и я, как все вокруг, висел на волоске. И я, как все вокруг, висел на волоске. Хочется представить несколько стихотворений на стихи Бахыта Кинжеева. Что взять с собой в дорогу, лампу, хлеб, вино, продолговатый меч нубийского металла, щит и зеркальце, чтобы во тьме оно отполированное бронзою сверкало, чтобы, нахохлившись растерянной совой, душа, проснувшаяся в каменных палатах, легко и весело узнала облик свой среди богов безъеголовых и крылатых. Ты отыскал в растерянных мирах и световодных войнах, не трогая меча, не жалуя зеркал овальных, выпуклых, хрустальных, недовольных. Уже вступает хор, а ты солгал, смолчал и обременена случайными долгами. Рука, подобная пяти ночным лучам, обиженно скользит по тусклой амальгаме.
расскажи мне об ангелах. Именно о певучих и певчих о них, изучивших нехитрую химию человеческих глаз голубых. Не беда, что землистой обиде мы изнываем от смертных забот. Слабосильный товарищ невидимый нашим горем на ноты кладет. Проплывай паутинкой осеннюю, чудный голос неведомо чей. Наша вера от века утеряна в бесплодной отчизне моей. Нагрешили мы, накуролесили, хоть стреляйся, хоть локти грызи. Что ж ты плачешь, а плод мраковесия? Лебединые крылья в грязи. Долгое время мне не удавалось отобразить некую иронию стихов Бахыт Кинжеева, но вот в следующем произведении, кажется, в какой-то мере мне это удалось. Седина ли в бороду, без в ребро, завершает время бесплодный труд, дорожает тусклое серебро отлетевших суток, часов, минут. И покуда вак, нацепив венок, выбегает петь на альпийский луг, из-под рифмы автор членистоног осторожным взглядом глядит вокруг. Что случилось, баловень юных жен? Удалой певец полуношных грез, от кого ты прячешься, поражен чередой грядущих метаморфоз? Знать, душа испуганная, вот-вот в нежилой воде запоздалых лет сквозь ячейки небода проплывет на морскую соль и на звездный свет. И с другого берега не видно, обрывая в кровь плавники свои, и сверкают камни речного дна от его серебряной чешуи. И сверкают камни речного дна от его серебряной чешуи. И снова Олег Чухонцев. Я сойду на
последней странице, где березы обступят кругом, где взлетит полуношная птица, капли ветки сбивая крылом. Я войду в край боярской измены, в ту страну, где секира и мох, вы до мозга костей современных, реставраторы темных эпох, где ваш дом у чужого предела запрокинулась вров голова, и лежит безымянное тело, столицы, а глухой человеческий вздох. Я сойду на последней странице, где безмолвие глуше, чем мох. О, история, дело и слово, словословье тебе не к лицу. Я живу, это право живого, имя дать и Творцу, и лжецу. Борис Рыжий. Над саквояжем в черной арке всю ночь играл саксофонист, бродяга на скамейке в парке спал, постели газетный лист. Я тоже стану музыкантом и буду, если не умру, в рубахе белой с черным бантом играть ночами на ветру, чтоб, улыбаясь, по пропойца все небо выпивший до дна, спи, ни о чем не беспокойся, есть только музыка одна, есть только музыка одна. Виталий Калашников. Mm-hmm.
сыграют когда-нибудь легкие флейты. Люди сложат песни о нашей жизни, и пространство ляжет в легчайшем дрейфе, сквозь века подступая к моей отчизне. Потому что бывают такие годы, о которых мечтают тысячелетия и последующие народы. Губам подносят легкие флейты, настоящее сохнет от тихой злости, гложет скука все то, что не лижет зависть. А у нас на Перу есть такие гости, что у нас на земле еще не рождались. К нам минувшие протягивает младенцев сквозь века по цепочке, словно снаряды. И они здесь взрываются зрелым смехом, улыбаются и садятся рядом. Из любой толпы их выцепишь взглядом, без труда узнаешь в любом встречном. Если он хоть миг просидел рядом, на Перу, что пребудет вечно. Если ты ловец и надежный снасти, и тебя не минет светлая сетка, исполнится лик твой великим счастьем, и в ладонь ляжет теплая метка. Шире вход на наш пир, лишь малая дверца, и все, что будет на этом пире, словно мрачная ночь в глубине сердца. Селезенев, город Запорожье, Борис Бельский, город Москва. Спасибо, дорогие друзья. По-моему, это было прекрасное открытие.